Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Игорь, вы на канале Energy Gaming TV, и сегодня такое необычное видео. Хочу поделиться новостью. Сейчас же мне, конечно же, написали ВКонтакте, конечно же, когда я начал запись видео, ну ничего страшного. В общем-то, сейчас в интернете такой потихонечку начинается шум. ВКонтакте запускает, ВКонтакте запускает свой стримерский сервис. Просто я тоже тут буквально только сегодня, вот за 25.10.2016, ну, заметил, что что-то ВКонтакте стало появляться несколько, ну, стримов, смотри, прямо именно ВКонтакте. Я такой думаю, блин, может быть, ссылка какая-то нет? Ну, есть. Нет, получается, сам стрим идет на ВКонтакте. Давай сразу искать, что это такое, как я как человек стример, я данной функцией пользуюсь довольно-таки давно, ну и думаю, дай-ка поищу. Ничего интересного, в принципе, я не нашел, кроме вот этого вот сайта. Сайт, если что, будет в описании, можете сами досконально его изучить, хотя здесь, по сути, ничего такого, друзья, нету. Социальная сеть ВКонтакте недавно проводила трансляции крупных киберспортивных турниров. Сейчас собирается дать возможность своим пользователям стримить игры и зарабатывать на этом деньги. В общем, как тот же самый, допустим, Twitch, ну и другие платформы, да. Не знаю, насколько там будет популярно, но мне кажется, скорее всего, ВКонтакте у них будет шанс раскрутить данный сервис. Вот, ВКонтакте обещают все удобства, которые можно ожидать от современного стримерского сервиса. Возможность смотреть трансляции как дископные версии, так и с мобильных с мобильников и так далее и тому подобное. Видеозаписи, заработок, донаты зрителей или рекламу поставщиком. В общем, понятно, да? То же самое, что и на обычных стримах. Плюс, как, допустим, на YouTube можно будет рекламу какую-то крутить. Наверное, будут какие-то партнерские программы и так далее и тому подобное. В общем-то, ВКонтакте решил удариться в эту вот почву. Поначалу стрим через ВК будет доступен только избранным, популярным киберспортсменам из России и СНГ. А после окончания тестирования он будет открыт для всех пользователей. Вот это тоже важная новость. Получается, сейчас, если вы будете видеть стримы, то не надо ни в коем случае пока искать. Я не знаю, тут, правда, никакой конкретной новости, как скоро все это случится, нету. Вот, поэтому, ну, вот такие вот пироги. Лично мое мнение, ну, это круто, потому что в любом случае нужно, на мой взгляд, сервис Twitch, он убогий, по крайней мере, именно для России, для СНГ, для Европы, наверное, потому что это американский все-таки сервис, и там постоянно какие-то проблемы. Вот, ну, я думаю, люди немало наслышаны, да, вот об этих, то, что Twitch вечно лагает, хавает ресурсы, пропадают там кадры, ну, в общем, так вот. Ну, и мне тоже часто пишут, что у меня трансляция. Когда, если у тебя топовый стрим, да, и у тебя хотя бы есть уже там 50 человек, это хотя бы, это не топовый стрим, это хотя бы просто 50 человек, то у тебя уже будет выбор качества. А так, принудительно на Твиче качество стоит завышенное. И получается, его очень тяжело понизить. И там еще, ну, там много, ладно, не в этом суть. И, естественно, есть разные другие порталы, но они не популярные. Вот. Появился YouTube Gaming, тоже стрим-площадка. Ну, я пока о ней толком тоже ничего не знаю. Пока только узнаю, ну, она еще тоже не раскручена, и пока YouTube ее сильно не пиарит. Вот. Также еще и кинулись ВКонтакте этой темой. Озадачиться, может быть, что-то у них получится то хорошее. Так что вот такая вот новость, не знаю, будет, может, кому-то интересно, полезно. На моем игровом канале появилась, так что, ну, разнообразие должно быть, разнообразие. Всем спасибо за внимание, надеюсь, чем-то помог, потому что, на самом деле, этот вопрос по, типа, как стримить, я думаю, сейчас много стримеров задают, ну, и, как бы, может быть, среди моих зрителей тоже кто-то планирует постримить, и увидел сия возможность и подумал, как это сделать. И я тороплюсь вам об этом сказать. Вот что вот такая вот новость. Ну, поэтому все. Всем спасибо. Всем пока.